Вот мы были только что на саманном домике. Вот он стоит. Там несколько шиферин сорвало, приделали. Железки тоже поотрывалось с крыши. Ветра сильно идут. Вот. И решили пройти на лагерный пруд. Вот он здесь, дальше. Здесь вот канава. Вот брат Василий с шариком гуляет. Шарика забрали. Сейчас он будет при нас радоваться жизни. Вот, и здесь вот я увидел, как он осинку, вон, бобер поработал над ней. Вон такая большая осинка. Вот, и вот как вот он ее затащил, сейчас покажу. Ой. Вон, какую здоровую свалил. Как-то бы показать, как, насколько она здоровая-то. Сколько она в диаметре? Примерно. Ну, бобер-то небольшой, валит такое дерево. Ну, в том-то и дело, ничего себе. На коне 25 килограмм бывает. Аж. Большие бобы. Смотри-ка ты. Вот да, это силище, конечно. Так, а где он его свалил-то? Откуда? Что-то я не вижу даже. Пенька этого где-то в воде, что ли? Это не видать почему-то пенька -то. Где он его подвис? Да, работяга, какое дерево свалить, надо же. Кору пообглодал. А, он сейчас вижу, а этот его пенек оставшийся. Сейчас проберусь тут сквозь эти ветки. Вон он, пенек, видно его. И это сколько ему потребовалось времени, чтобы это все сделать-то. Ну вот, чтобы видно было, я сейчас руку положу, насколько диаметр этого дерева. Раз, два. То есть большое дерево. Так вот. Это силище, да? Там, внизу. Да, внизу. Шарик, ты что, это решил покупаться? Или что, так соскучился? Упрел, на солнце. Солнце. На, Шарик, вылазь из воды, а то простынешь. Он поломала какие ветлы тоже деревья. Да, туда полез. Да, а то он запутается. Он тоже его работа, видишь, тоже пообладал. Мы сколько поспиливали, он еще тут поработал тоже. Старается. Вот где-то здесь, вот в этом месте примерно, я ногу туда повредил. Что, провод? Да, там вот провод протягивает здесь. Одно время. Вот откуда вода дотягивается.
как всегда, идет сзади. О, так интересно. Как выглядит пруд наш лагерный, где крещение происходит. Вон чайка. Как он блестит, интересно. Отражение идет. Интересно, в этом году карпы выжили, не выжили. Но обычно в том году, вот я видел, даже я приехал, был лед, и на льду прямо карпы лежали, мертвые. Видимо, задохнулись. А вот в этом году не видно. Может, даже Господь помиловал, и они спаслись. Ну, хорошо, глубина хорошая. Ну что, у нас даже весь пирс наш этот. Шарик. Ему туалета никакие не нужны. Бумажки ему не надо. Все при себе у него. Я ему никакие туалеты, бумажки не нужны. Вот. Сходил, поскреб, где попало. Ему без разницы. А мордушки где? Мордушки дома. Вот, ну и сколько чая? Да там две, что ли? Небольшие. Да, они небольшие такие. Большие делать. Вот наш огородчик. Вот надо будет посмотреть, потом забор подлатать кое-где. Вот письмо, доску видишь, оторвало. Вот. Ну понятно, его льдом покорёжило полностью. Вода хорошо тут, хорошо наполнилась. Что интересно они там находят. Что-то есть, видимо, сидят и просто так. Чайки такой крик какой-то такой, не очень приятный. Земелька такая интересная. Вот. Вот работа бобра. Вот она. Уходит куда? Белые поробы. Но здесь-то не так опасно. Но все равно, видишь, он обрывает берег. Подкапывает, он потом падает на берег. А вот она, вот она, наверное. Вон она, под землей. Он потом наружу выходит. Это у него запасной выход. На все случаи жизни. Он чей-то поплавок плавает. По дудочке, видимо, место. Господа, чайки.
Вот он еще уже где. Смотри, какая длинная нора. Доход он достал даже. Вот, смотри, он тут пути. Сам что ли наставлял этих? Откуда-то там отсюда. Под водой он сделал. Ну да, видимо, под водой там он заход сделал. Интересно. Он, я там видел ролики, видел, как они там показывают, целые берега обрушиваются, там подрывают все время. Сегодня сильный ветер будет, потом будет заглушать, наверное, всю съемку мою. Хотел сейчас посмотреть, как будет дальше. По этой стороне тоже. Вот один прижился вроде. Некоторые прижились тоже, да. Ну, вот как у нас дамба выглядит лагерная. Оголили все, поспиливали. Это чтоб от бобра спастись, чтобы меньше было еды. Все еще надо будет тут чистить, выбирать. Они только поспиливали. Вроде пока не видать что-то. Вон идет трещина, непонятно почему. Шиколышки. Вот старый слив. Заделанный у нас. Пойдем, пойдем. Ну, вроде пока не видать, если только он под низ подрыл. Нет. О, кажется, какая ледовая. Даже слышно, как она переливается между собой. Нет, вот что-то видно тут. Вон видно, ага, нора еще очередная идет все-таки. Все-таки он тут подрыл. Подрыл. Надо разрывать, смотреть уже. Опять забивать все надо будет. Ох, это бобер, сколько он нам работы дал. Притом ненужной работы, которую мы... Где-то я же нашел место. Подрыть, чтобы тут вроде все везде колышками забили. И все равно он нашел место. Видимо, где-то что-то прогрыз.
Ну вот, это лагерный слив. Вода подтекает, но основную массу держит. Всего тут получается 5 досок. 1, 2, 3, 4, 5. Вот что сказать, работает наша дамба. Вот здесь вот впереди он заделали в воде, он видно, колышки торчат. Вот братья, видимо, все доски использовали для поднятия воды. Сейчас слезу. Вот видишь, как хорошо держит. Немножко протечка идет, конечно, утечка, но держит основную массу воды. Вот эти у нас сливы, сколько я тут работаю над этим сливом. Тут глина еще. Тут мы заделывали глина, солома. Тоже сухо еще было. Ну как, вода была, мы ее приподняли, вон и колышки набиты. Вон их видно в воде. Все затрамбовали, но все равно вода просачивается. Вон по низу видно, что идет. В ту сторону пойдем. Ну все, слава Господу, аллилуйя.